Прямо опять культист. Орден древних. Члены ордена древних прибыли в Грецию, чтобы убить хозяина орла. Выберите их символ в каждом правом нижнем углу, чтобы посмотреть сведения об этой организации. Неизвестный маг. Неизвестный член ордена древних. Найдено подсказок одна из пяти. Одного из ордена древних видели на Халкидике, в Македонии. Осмотрите полуостров. Записи Дария наблюдателя. Дарий заметил, что один из ордена древних наблюдал за жителями Македонии. Последний раз его видели в Халкидике. Исследование Дария. Дарий собирает сведения о членах ордена древних, живших в Македонии. Он оставил отчет о расследовании в своем убежище. Вот расследование есть, да? Здесь слухи, дошедшие до Нимы. По слухам, правитель Македонии часто встречается с членом ордена в крепости. Дарий отправился туда, чтобы... А весь основной сюжет у нас будет проходить в Македонии. Пограмим их немножко. Да кто боится пары волчат? Записи Дария. Волки в окрестностях города стали куда свирепее. Это подозрительно. По ночам они нападают на людей в Амфиполисе. Нужно найти Ниму. В Амфиполисе ужасающее зрелище. Охотник хорошо ловит со зверями. Наверняка эти нападения случились, когда он выслеживал хозяина орла. Если перебить этих волков, стая охотника поредеет. Можно ослабить заранее. Мертвец. Малака. Каменная арка. Здесь был уже. О, приятно. Блин. Оружие-то вылупало. Здесь больше ничего нет. Кабаний клык. Фигня. Это одно такое место здесь. По заданиям. Из востока. Охотников 0 из 7. Видите, с ним. Что скажешь мне? Если ты ищешь Ниму, она на охоте. Хорошо. Спасибо. Мемориал памяти на так, а чья? Что? Блин, я не успел даже посмотреть. Кто на охоте, а кому было бы неплохо собрать. Древесины маловато. Что ты здесь делаешь? Мысли. Могу задать тот же вопрос. Я занимаюсь делом, чтобы привести мысли в порядок. Ты охотишься? Верно. Здесь водятся олени.
Чего? Если ты хоть чуть-чуть похожа на отца, то умеешь стрелять. Ага. Не жалуюсь. Скромница. Я как раз собираюсь. Присоединишься? Конечно. Буду рад. Посмотрим, так ли ты хорош. Сколько оленей сумеешь убить? Проверим. Проверим. Обычно оленей можно найти здесь. Сразу поджаренного. Неплохо. Дарий хороший воин. Много тренируется? Ни дня не пропускает. В его-то возрасте. Твой отец немногословен. Он был разговорчивее, чем обычно. Она, блин, стрелять не собирает? Стой, куда идешь? Стой. Раз. О. В чем дело? Поверь мне. Там. Кабан? В Македонии? Диковинный зверь. И вкусный. Да уж. Нет. Тише. Он услышит. Слюнки уже текут. Гори! Винин. Ва. Что это? В чем это он? Что это? Сразу настроение поднялось. Ты прекрасно готовишь, Нима. Даже богам понравилось бы. Старый семейный рецепт. Моя бабушка была бы польщена. Нужно баловать себя, словно богов. Мы? Боги? Мы можем притвориться. Впрочем, я простой мистий. Охочусь, как ты. Работаю, как ты. Бродяжничаю, как ты. Но я видела хозяина орла в деле. А тебе сложат легенды. Сложат или слагают? После всего случившегося, вряд ли вы можете остаться здесь. Не знаю. Мы вечно в бегах. С самого моего детства. Неважно, где мы находились, у дороги или в пещере, мама всегда находила способ успокоить нас. Согреть. Словно у нас был дом. Вряд ли я испытаю это вновь. Она мертва? Давно. Мои братья и сестры тоже. Когда мы видели их в последний раз, погиб мой брат Натак. Что насчет тебя? Как жил ты? Много похоже-то. У меня тоже нет дома. Я заботился о себе сам. И надеялся, что найду место, где мне будет тепло. Так и не нашел. Думаю, его не существует. Прошлое не определяет нашу судьбу.
Значит, они персы? Ну да. Дарий утверждает, что убил царя Ксеркса. Ты ведь не веришь ему? Ну бы нет. Скорее верю. Это слишком неправдоподобно, чтобы быть ложью. Ложь, достойная Долоса. Я уже не знаю, чему верить. Дарий говорит, что Орден Древних ищет меня. В письме говорилось о таких, как я. Что, есть и другие? Если верить ему, да. Но как знать, вдруг Дарий работает на культ или принадлежит к Ордену? Он знает, что ты великий воин. Возможно, ему нужна твоя помощь в борьбе с Орденом. Или он один из них. Все просто. Ты доверяешь ему? Ну, можно сказать, да. Доверяю. Он не договаривает, но не лжет. Чтобы выяснить, что происходит на самом деле, ты должен вернуться к этим персам. Пока ясно одно. Дарий что-то скрывает. Будь осторожен. Как бы это ни оказалось ловушкой. Буду так же осторожен, как всегда. Этого я и боюсь. Ничего, подплывете, вытащите.